Здравствуйте! Сегодня мы с вами простучим еще три партитуры ритмических, номер 11, 12 и 13. В этих партитурах у нас уже будут 16 длительности. Итак, как мы работаем с вами над партитурами? Сначала мы прочитаем их на ритмослоге. Четверти та, восьмушки тити, шестнадцатый тири-тири, половинная ту. Так, давайте считать. Та-ти-ти, тири-тири-та, ти-ти-ти-ти, ту. Очень важно соблюдать пульс. Я сейчас буду ходить ногами четвертными длительностями, и мы попробуем уложить этот пульс. Та-ти-ти, тири-тири-та, ти-ти-ти-ти, ту. Отлично. Теперь давайте мы с вами прохлопаем этот ритмический рисунок. По столу хлопаем та, тити в ладошки. Ну, уже как получится у меня, тут не очень видно. Так, пожалуйста. Та, тити, тири, тири, та, ти, 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 ту, ручки от себя. Хорошо. Теперь давайте посчитаем. Вот у меня просили считать на раз и. Как это у нас постучать? Будем считать раз и стучать вот этот ритмический рисунок. Я стучу вот красной ручкой своей, да? Вот, она будет немножко видна. Пожалуйста, попробуем. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. Так, значит, мы считаем восьмыми. Раз, восьмая и еще одна восьмая. И получается, если четвертная, то у нас раз и идет четвертная на раз и. Дальше восьмые идут раз, два и на каждую. Стук шестнадцатый идут по две нотки на вот это раз и. Раз и, два и. А ту половинка у нас идет на все эти раз и два и. Раз и, два и. Так, сейчас мы просто стучим, уже примерно этот ритмический рисунок представляем. Простучим его, и я буду ходить при этом четвертями, пожалуйста. Хорошо. Теперь самое интересное. Левая рука дирижирует. Раз, два, а правая стучит. Вот и все, хорошо. Ну, если вам нужно еще раз, перемотайте, простучите еще раз. Так, хорошо, теперь следующая партитура номер 12. Так, на ритмослоге читаем. Та-та-ти-ти-ти-ти, тири-тири-ти-ти-ти-ти-та. Они все немножко похожи, эти партитуры. Так, хорошо, теперь хлопаем. Та-та-ти-ти-ти-ти. Тири-тири-ти-ти-ти-ти-та. Теперь с раз и стучим. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. Хорошо. Так, теперь просто стучим под мой пульс. А теперь с дирижированием. Раз, два, пожалуйста. Отлично. Так, ну и последняя партитура, номер 13. Пожалуйста, читаем. Так, где моя ручка? Не могу найти. А, вот. Та-ти-ти, тири-тири-ти-ти, та-ти-ти, ту. Хорошо, так, давайте хлопать ее, пожалуйста. Сейчас чуть-чуть наклоню фотоаппарат, чтобы вам было виднее. Пожалуйста. Та-ти-ти, тири-тири-ти-ти, та-ти-ти-ту. Стучим с раз и. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. И. Хорошо, так, стучим просто с пульсом. Хорошо, и с дирижированием. Раз, два. Так, сейчас чуть поправлю.
Ну вот, мы с вами и изучили еще 3 ритмических партитуры. Желаю вам удачи!